благотворительная вот выставка-продажа, это представляет собой такой некий заочный аукцион. Главная ее цель – собрать деньги, и, как вы понимаете, как можно больше средств, чтобы их хватило на покупку оборудования для Центра онкологии и гематологии детской областной больницы номер один. Там есть определенная нужда в определенном оборудовании. Поэтому мы придумали такую форму продажи, некий такой заочный аукцион. Стартовую цену устанавливали сами, опираясь на какой-то опыт наших художников, собственный опыт. Дальше всем покупателям предлагается установить свою собственную цену. Мы тоже решили поучаствовать в акции и приобрести одну из картин. Вот пока не определились, какую именно, сейчас будем выбирать. Вот первая называется «Маковое поле». Вот такая вот яркая цветовая гамма. Семен, тебе как? Мне не нравятся яркие цвета. Это наш оператор Семен Соливанчук. Ладно, сова. Как тебе сова? Непонятно, что это сова. То есть качество не моей мануфактуры? Да. Ладно, идем дальше. Здесь тот же самый Левин Анна. Картина называется «Краски лета». Вот тоже яркая. У меня глаза не появляются. Ну, в смысле, как тебе картина? Опять же яркая, видимо, тоже художник. Тоже художник. То есть не нравится, что слишком яркая? Вот смотри, какая мимимишная картина, Семер. Елена Тишлер, называется «Свидание. Две кошки». Ты как кошка? Котики нынче в моде. Надеюсь, нам хватит, чтобы купить то самое необходимое оборудование, в котором так остро нуждается Центр детской онкологии. А какое оборудование? Ну, приблизительно это оборудование для реабилитации после химиотерапии детей. Сколько денег нужно? Ой, много. Давайте постараемся для этого. Не, ну давайте скажем, сколько нужно. Ну, там не говорят точную сумму, потому что там есть разные варианты оборудования, комплектации, понимаете? Вот и до. Начиная от 400 тысяч, а заканчивая гораздо там в раз больше. В итоге, подумав, поразмышляв, а еще следует учесть тот факт, что оператор Семен Соливанчук угрожал мне побоями, мы остановились на таком выборе. Елена Тишлер, «Свидание», ну его достаточно мимимишная такая картина с котиками. КТ нынче всегда актуальны. Покупаем ее.